Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области пресечена деятельность уроженца одной из центрально-азиатских республик, причастного к оказанию в составе законспирированной террористической ячейки ресурсной поддержки незаконным вооруженным формированием в Ближневосточном регионе. В результате расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России «Содействие террористической деятельности», доказано участие Умара Таибова, 98 года рождения, в финансировании запрещенной в России международной террористической организации. Решением выездной коллегии 2-го Западного окружного военного суда Умар Таибов признан виновным. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Раскаивайтесь в содеянном. Конечно. Вы судимы раньше? Да. За что? За разбой. 3 июля 2020 года приговор вступил в законную силу. Вы видите запись с камер наблюдения, установленных в продуктовом магазине Заволжского района города Твери. В магазин врываются молодые мужчины в медицинских масках и, угрожая продавцу ножом, требуют деньги из кассы. На местах происшествия сотрудниками полиции опрошены очевидцы. Установлены приметы и составлены субъективные портреты подозреваемых. Ориентировка с описанием примет злоумышленников доведена до личного состава полиции. В результате полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 4 местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. В ходе следствия удалось установить причастность задержанных к 3 эпизодам аналогичных преступлений, совершенных на территории региона. Общая сумма материального ущерба, причиненного магазином, составила почти 60 тысяч рублей. Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд города Твери.